Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Телеклуб Оксаны Гетьман. Сегодня мы говорим о постшоу проекта «Холостяк. Как выйти замуж» на телеканале СТБ. И, как всегда, прошу вас написать имя вашей фаворитки с этого телепроекта, потому что мне просто интересно, не изменилось ли у вас мнение. А тема у нас «Женская конкуренция». И вышла на сцену Лола, села на диванчик. Показали сюжет ее ухода с проекта и как она не может и не могла быть на проекте без своей подруги Алисы. Лола за кадром назвала девочек шкурами. Когда они этого не слышали? И с каким же гневом и злостью набросилась на нее жена Ступки, аргументируя это тем, что шкуры – это проститутки, и это огромное оскорбление. Но давайте посудим справедливо. Лола называла девочек за глаза так, а девочки ее гнобили прям вживую, при ней, обсуждали ее, пускай шепотом, но говорили про о ней гадости. И она не смогла им дать отпор при них. Это единственное, как она смогла выкрутиться, это обозвать их, пока они этого не слышат. Да, это признак слабости. Но а как бы вы себя чувствовали в ситуации, когда вокруг много девочек, которые могут навредить вам даже и физически, потому что были угрозы? Одна же девочка хотела устроить темную. Как бы вы поступили? А вы напишите мне в комментариях. Какая девочка вам нравится больше всего?